8 257 000 рублей – таков долг за аренду земли компании-застройщика. О причинах возникновения задолженности на заседании профильной межведомственной комиссии отчитался представитель организации. По его словам, арендную плату подняли в 3 раза. Сейчас он пытается отменить долг приостановкой исполнительных листов судебных приставов. С меня списывают деньги. То есть у меня инкасса на счете. Я не могу заплатить ни налоги, вот про которые вы говорили. Я бы их заплатил давно, но у меня инкасса. Члены комиссии поручили начальнику территориального управления помочь разобраться в данной ситуации. Вот за руку, вместе и совместными усилиями все вопросы закроем. В этот раз на плановое заседание комиссии вызвали 29 неплательщиков. Среди них как юридические, так и физические лица. Общая сумма задолженности составила 43 миллиона 900 тысяч рублей. При этом уже до начала заседания 5 должников частично или полностью погасили свои долги общей суммой 1 миллион 200 тысяч рублей. Ольга Дмитриева, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».